И Эрдоган сегодня предложил Путину, Турция на коне, у них там чуванная внешнеполитическая активность, предложили Путину провести в Стамбуле во время встреч, переговоров, встречу между делегациями России и Украины. Он под общим лозунгом конфликт надо быстро заканчивать. И нужно, значит, срочно примириться. И более того, Турция готова выступить в роли наблюдателя, если это будет достигнуто какое-то соглашение, отвод огня и так далее, и так далее. Международный наблюдательный механизм. Если Москва и Киев достигнут этого соглашения, сказали они. Сразу могу сказать, что вряд ли мы достигнем этого соглашения.